Всем привет, на связи Киноджек, и сегодня я расскажу вкратце про самые безумные альтернативные версии Человека-паука. Как только это видео наберет 300 лайков, я выпускаю следующий разбор Marvel. Джон Джеймсон был сыном Ионы Джеймсон и астронавтом, работающим на НАСА. Человек-паук из этой вселенной сохранил силу Энигмы. Прежде чем Карн пришел на эту землю, превосходный человек-паук с Земли 616 предупредил киборга-паука Карна. Мигель О'Хара – инженер ирландского и мексиканского происхождения. Земля 1048 – это вселенная, в которой человек-паук из игры PlayStation Marvel as Spider-Man. Доктор Макс Борн, хронометрист из 2211 года, является Человеком-пауком того года. В этой реальности дядя Бен Питера Паркера никогда не умирал и помогал Питеру тренироваться как герою с его новыми способностями паука. Жизнь Питера Земли 28242 похожа на его двойника с Земли 616 до тех пор, пока он не избавился от Венома. Пауком был рыжеволосый Питер Паркер, массовый убийца, который слился с симбиотом-пауком. Этот настоящий Питер Паркер явился в здание суда в качестве свидетеля у Мэттью Мёрдока. Питер Паркер получил свои способности во время школьной экскурсии в Осборн Индастрис. Он и дочь Мэри Джейн Уотсон Паркер, Мэй, выжили и находятся под их опекой. Группа Человека-паука вступила в конфликт с Темными Мстителями. Человек-паук основан на персонаже из комиксов Marvel и создан Стэном Ли и Стивом Дитко. Показано, что Джерри полон энергии и энтузиазма, но также не осознает своего разрушительного потенциала как сверхчеловеческого ребенка. Гвен Стейси родилась в Форест-Хиллз в семье Джорджа и Хелен Стейси. Внутри варп мира Человек-паук и Лунный рыцарь были объединены вместе в Архикнайта. Мэй использовала запасные части из своего гаража, чтобы создать костюм с четырьмя механическими руками, который позволял ей лазать по стенам. На Земле 90214 в самом сердце города Нью-Йорка в 1930-х годах Питер Паркер теряет своего дядю Бена из-за гоблина. Всякий раз, когда вы говорите «Человек-паук», вы всегда имеете в виду другого. В этом видении Питер убил охотника Крэйвена, чтобы отомстить за смерть Кейна и Мэтти Франклина. Марго действовала как мстительница в маске паука и помогала остановить киберпреступность. Павитр Прабхакар, бедный индийский мальчик, жил в деревне, но переезжает в Мумбаи со своей тетей Майей и дядей Пхимом. Паттон Парнелл был неуравновешенным молодым человеком, который жил со своим жестоким дядей Тедом. Аарон Айкман был ученым, специализирующимся на медицинском применении ядов насекомых. Радиоактивный паук укусил ее вместо Питера, когда она пришла в лабораторию, чтобы накормить Питера обедом. Дядя Бен был очень груб с Питером, который возненавидел его и отказался от своего настоящего имени. Он принял имя Чарли. Молодой клон исследователя Питера Паркера, который был убит во время взрыва лаборатории. Новобранец Капитан Британии, Паук Великобритания, узнал о Великой Охоте, когда Морлун был обнаружен на Земле 1983. Паук-панк — это альтернативная версия Бобби Брауна и Человека-паука. Сирота, Питер был воспитан своим шотландским дядей Бенджамином и его женой. Питер Паркер родился пауком, просто по имени Питер, проживающий в подвале лейбористки Мэй Паркер. Мэй Мэйдэй Паркер – первый ребенок Питера и Мэри Джейн Паркер в будущей альтернативной вселенной. Питер Паркер, также известный как Человек-паук, главный герой трилогии Сэма Рэйми.
Полицейский Джордж Стейси получил способности, подобные пауку. Пауки превратились в единую конструкцию коллективного разума, которая поглотила сознание Паркера. Мало что известно о жизни Человека-паука до того, как на Землю 2149 пришла зомби-чума. В неизвестное время в его вселенной Волк-паук обрел паучьи способности и стал злодеем. Питер Паркер – старшеклассник и супергерой, который обладает способностями, подобными пауку, из-за укуса паука. В детстве ее родители узнали, что у Синди была эйдетическая память. Сознание Питера боролось с симбиотом, но симбиот уничтожил то, что осталось от его психики, и захватил его.